Всем привет, дорогие друзья-автомобилисты. Очень тяжелый, интересный вопрос, конечно, в комментариях прочитал я, но не могу не озвучить и не могу не ответить. Михаил Иванов. Алексей, добрый день. Проблема следующая. Авто глохнет при сильном нажатии педали тормоза. Если по чуть-чуть сжать, то нет. Уже менял усилитель вакуумный на контрактный и патрубок от усилителя во впуск. Не помогло. Подскажите, куда смотреть, а то менять на обум запчасти уже не хочется. Заранее благодарю. 2,5 литра V6 атмосферник. Друзья мои, когда такие вещи происходят, я прежде всего рекомендовал бы вам проверить, даже если вы контрактный ставите, особенно если вы контрактный ставите вакуумный, то проверить вакуум именно на подсос воздуха. Потому что бывает такое, что вы контрактный купили, а он некачественный. И может быть такое, что он у вас действительно подтягивает воздух. То есть нужно создать разрежение непосредственно в вашем вакуумном усилителе тормозов и проверить, держится оно или нет. Если не держится, то значит проблемы. Значит, у вас, скорее всего, попал дефектный контрактный вакуумный усилитель тормозов. Это первое. Второе. На вакуумном усилителе тормозов установлен клапан. Многие не знают, что это клапан. И этот клапан как раз тоже может к этому приводить. И неисправность этого клапана как раз может тоже к этому приводить. Поэтому проверьте, конечно же, второй клапан. Ну и раз вы патрубок поменяли, значит, я другого пока у вас не вижу. Именно проблемы в другом. У вас либо некачественный контрактный вакуумный усилитель тормозов, либо клапан. В данном случае я считаю, что все-таки дело в клапане. Клапан установлен прямо непосредственно на вакуумном усилителе тормозов. Иногда бывает просто на шланге. Обратите внимание и проверьте. Если не исправен, то замените его. Я думаю, что тогда у вас двигатель перестанет глохнуть при нажатии на педаль тормоза. Надеюсь, я достаточно понятно ответил на ваш вопрос. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. И обязательно подписываемся на мой канал в Дзене. Вот QR-код. Наведите камеру своего мобильного телефона на этот QR-код. А если вы смотрите меня с мобильного телефона, то просто под этим видео в описании есть строка, опять же, ссылочка на мой Дзен-канал. Нажмите на него, вас перебросит на мой Дзен-канал. И обязательно подпишитесь на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы мы всегда с вами оставались на связи. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока.